Йоусап, с вами Альтер. Сегодня мы с вами слушаем дебютный релиз от Осы, Рефлексия. Как и было понятно, то что здесь будут совместки с какими-то известными исполнителями и так далее. Ну а от Осы просто продакшн. Я так понял, ну, что так будет. Не знаю, давайте заценим, посмотрим, послушаем, что нам тут представили. Совместка с Алуки. Больше интересны совместки с Алуки, со 104-м. И все. Жду очень-очень интересные биты. Ну, спокойно начинается все. Хочется погромче немножко с Алуки. Короче, надо будет текст почитать, есть что. Лучше с текстом слушать. Но они реально разъебывают 2020. И началось все это с релиза кино без сигарет 104-го. Там уже были. Да нет, они в прошлом году еще начали. И вот продолжают просто. Неплохое начало, грустное, печальное, конечно. Но по биту неплохо. Салуки уж в своем репертуаре. Так, Настра. Так, интересно. Круто. Классно, мне нравится вот сейчас дроп, то, что будет очень крутой. Сам Настра тоже очень приятный голос, приятно слушать его, интересно. А мне еще вот ту тему, пожалуйста. Ну, окей. Просто оборвал. Не, вот эта тема... Очень круто, надо было бы еще повторить это. Так, ладно, фристайльчик от Салуки. Что-то напоминает. Блять, знакомое что-то. Какая-то непонятная фигня. Ну, понятно, что это фристайл. Но не зацепило. Тоже что-то проходная тема. По биту вообще, ну, никаких претензий, все нормально. Так что, не знаю. Мимо. Интерлюдия. SPB. Зомбирование какое-то. Не знаю. Атмосферненько. Такое какое-то будущее рисуется прям. Зло, топчик. Насчет, все, я понял, короче, что это за ребята. В курсе я насчет них. Очень интересный электронный такой дуэт. Но почему-то нам не дают отдохнуть немножко от пения. Вообще пауз нет у нее.
Короче, мне здесь хотелось музыкальных пауз, небольших хотя бы. А то она как начала петь, и так и до конца. А так все круто, по музыке классно. По вокалу вот немножко начало напрягать под конец. Так, вот она, наконец-то, совместочка. DJ Nick One. Nick One. Еее. Девочка ушла в зрительный зал. Помучил жопу, но снова не вал. Какая сука, кого ты ебал? Тот, с кем ты куришь, хоть сильно 104-й, да, заебывает. Но едва собрал скул. Пряника не токарев. Бой собрать стул. Слов с песни не убрать. Как и пуль назад дул. Мой план не сладкий. Будь больше слив. Жизнь понеслась. Я люблю тебя. Больше слив. Некто папин гангстер. Некто мамин суть. С нуля мы килом. Неплохо сменилось мужлом. Круто, все это, короче, все, все. Ребят, это мой любимый трек на альбоме. Здесь Nick One, здесь 104. Такое ощущение, как будто вообще даже осы тут нет. Круто. Я доволен. Так, совместка с MD. Гитарка классная. Ну, вы знаете, такое чувство, как будто эта гитарка, она сюда вообще не подходит. Если тема сеньориты, то можно было бы что-нибудь... Не, ну там есть, конечно, на фоне еще. Но основную я бы, наверное, поменял. Нет, вообще по биту, опять же, все, все в норме. Классно вообще, там и клавишные добавили, две гитарки. Классно, насыщенные биты. Ну и последний трек. Знаю, кто такой Ники. Ну, для него круто засветиться здесь, на совместке с Аникой. На альбоме, где 104-й и Салуки. Ну, может, мы о нем еще услышим. Но я лично не слышал, как бы для меня no name. По треку не знаю, что сказать. Не моя тема. Аника... Ее приятно слушать всегда, она бесподобна, вот, но музло что-то как-то меня отталкивало, слишком быстрый ритм, наверное. Насчет Ники, ну, не знаю, какой-то ноунейм, вот, так, что можно сказать о данном релизе? Трек, который больше всего понравился, который я добавил себе, это по-своему, 104-й Nick One. Также добавил себе трек Nastra, 8 дБ. Очень крутая работа, ну, по биту прям вообще мощь. У меня даже чуть-чуть мурашки не пошли. Салуки, вот треки с Салуки, особенно вот Moon Freestyle, вообще что-то как-то мне не вкатил. 2020, типа, еще прикольный как-то, но по настроению не попал. Ну, именно в меня. Совместка с Бэдзу и Кики тоже, в принципе, неплохая, но слишком много там вокала. Вот. Ну, а насчет сеньориты, ну, как бы, как для меня чисто так проходящий. Ну, да, прикольно, нор, все. В общем и целом, работа очень хорошая, несмотря на то, что мне не зашло, как бы, но понимание того, то, что Салуки молодой такой продюсер фигачит такие
совместки с известными именитыми артистами. Это очень круто. И он реально делает крутое музло. Ну и интересно слушать. Интересно было слушать и на альбомах Салуки, и на альбомах 104-го. Вот, поэтому вообще я очень рад за Асу. Все, на этом пишите ваши впечатления в комментариях, ставьте лайк этому видео, если понравилось, если нет, не ставьте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!